И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же с модом Anaki Genesis Reborn. И сегодня мы что пойдем? Не знаю, ну, по крайней мере, пока что я рассчитываю пойти потомить альфа-чей. Кого-нибудь, хоть кого-нибудь. Вот, короче, сделал я броники себе. Обычные металлические. Апгрейдил их с помощью станка на апгрейд. И получился вот такой вот ассет у меня. Ну, то есть на почти 4000 брони это вполне неплохо. Также немножечко поэкспериментировал с инструментами, так как я это обычно делаю. Смотрите, в чем прикол. Так как помните, да, или не помните, ну, в общем, делал я инструмент. О, кстати. Делал я инструменты апнутые. Да, вроде бы я их делал. И сделал из них, из этих инструментов, блюпринты. Вот в этом станке. Потом, с помощью сброса статов, вот так вот, ну, это модовый, я обычно, в прошлые разы я обычно делал этот, амнезию. И с помощью его я сбрасывал себе статы. Ну, он не здесь, он в другом станке. Вот, сбрасываешь статы. Вкидываешь все в навык изготовления и потом создаешь предметы. И, ну, как бы мне инструменты сильно мощные не нужны, но вот сделал я их вот такими. То есть вот. Это, кстати, самый максимальный 755,3, насколько я помню. Почему-то 755 вроде бы самая максималка. Но это сильно без заморочек. Опять-таки же я проверил. Проканает, не проканает, да, проканает. То есть можно будет сделать и также и с этими брониками, и уже, то есть, ну, понимаете, что это не максималка, вот это плюс-минус максималка. И можно будет сделать, для этого нужно куча тонн ресурсов и так далее. С этим разберемся потом. Здесь, после того, как я закончил запись в прошлый раз, появляется одна скотина и убивает меня. Вон та скотина. Prime Snow Spinosaur. В общем, в чем проблема? Пока ты тусуешься около него, не проблема. Но только вот он подходит. О, здорово, я родился. Вот, вот так вот в упор к нему подходишь. Он тогда лагается на тебя. Скотина, кто бы знал. В общем, он меня замочил. Прикольно. Он меня замочил. А после Грифона... В общем, у меня тут с кроватями была проблема. И... Ну, я отошел, все построил. Сделал вот такую железную коробку. Надеюсь, что все-таки железная коробка спасет от этого всего непотребства, если что, не дай бог, случится. И все хорошо. То есть, немножечко здесь обустроился. Немножечко подкачал гачу. В надежде, что что-то будет хорошее, но тоже так не очень. И здесь у меня стоят... удобрения. Эффективность 100%. О, 1000%. Если я не ошибаюсь, у обычных эффективность 300% парникового эффекта. Но здесь 1000. Это модовские эти кропсы. И они вроде бы даже по размеру чутка меньше. А ну видите, сколько они занимают. Это большие кропсы. Закинул в них овощи. По два штуки. И в один слот закинул наркобарики. Да, пускай делается. Ну, наркобарики всегда пригодятся, пускай делается. Почему бы и нет. Все остальное лутается довольно-таки неплохо и так. Сюда закинул вот это вот все говнецо, что может гнить. И чем можно кормить. А что, пускай не едят. Так, что касаемо киблов. Тушканчики работают. Киблы собираются. Обсидиан я специально отсюда не лутал, когда что-либо создавал, то есть вот эти вот два жучка все это дело лутают, яиц тоже тонна, хитин, в общем, когда собираешь хитин на цементную пасту, он иногда, он всегда его хватает и в первую очередь делается из него, вот, поэтому, ну, тут как бы мои полномочия все. Так, что еще? Да, я почему я решил за альфачами? У меня сейчас 16-й день выживания. Как бы это смешно не звучало, но
смотрел видос у чувака, который иностранный, 100 дней выживания в арке, и у него на этом этапе, вот примерно от 10 до 20 дней, он начал томить эльфачей и так далее. То есть чувак, который разбирается в игре, примерно делал то же самое, что и я, который не разбирается в игре. Также какую-то маленькую кибитку построил и так далее, но они там играли втроем. И посмотрел я это видео до конца. Единственное, что я могу сказать, надеюсь, меня спасет вот та самая галочка при заходе в игру, которую ты ставишь, и ставится, она называется одиночный режим. Настройки одиночной игры. Почему я так думаю? Они втроем там сливались на боссах, на последних боссах. А так как я хочу пройти игру, то надеюсь, что вот это как раз меня спасет, и я в одиночку смогу все это дело вывести. В общем, возни, ё-моё, сколько мне предстоит. Ну, это, ну, вы-то себе представляете, если играете. Но я хочу пройти карту от и до, и мучений будет. Иисус. Ладно. Кстати, анкилка кайфовая. Честно, если бы я знал, что анкилка так клёво собирает ресурсы, я бы кенгуруху не томил про каптодонта. Она очень кайфово собирает ресурсы. В смысле, траву. В основном вся ягода, которая там, это собирает она, пока я лутал металл. Кстати, если подобрать вот так, смотри, что бывает. Если чуть скорость нормальная, вот, и вот такой кристалл вырастает. Вырастает. Вроде бы это максималка его размер. Но самое смешное, когда получается вот так. А, черт. Ну ты же рабас! Погоди. Сейчас сделаем по-другому. Сейчас по новой вырастет кристалл. Ну, кстати, кристалл-то зелененький. Вот, а там что, жрешь, что ли, сидишь? Чавкать на всю эту. Слюну меня забрызгал. О, ну-ка, погоди-ка. А, видали? Какая балдень вырастает. Я не знаю, в чем прикол, но вот этот мод, он влияет именно так на гача. То есть, когда ты его поднимаешь, он... Его кристаллы вот в такой размер вырастают. Ладно, погнали за альфачами. Ой, сейчас опять напишут, что там, бля, по серии болтовни и так далее. Пошли в жопу. Ура, почему бы и нет. Диносов я все еще оставляю себе. Пускай будут. Вот этот мод, это, конечно, что-то с чем-то. И в целом, эта штука удобна как минимум тем, чтобы вот яйца сносить и так далее. То есть, вместо того, чтобы хранить кучу диносов у себя на базе для вынесения яиц, этот ставишь вот это вот, и вот они выносят яйца. То есть, вот, обычные яйца. Он вроде, по идее, даже должен яйца подбирать, но что-то как-то я так и не понял. Работает это, не работает. Ну, потому что у меня даже айтем-коллектор не собирает ничего. Ну, ладно, с этим мы потом разберемся. Каких-нибудь диносов на типа ультра-киблы притомим и сюда их закинем. Потому что, видишь, здесь раз, два... 3, 4, 5 киблов, видов киблов добывается. Или даже может 4, потому что вот смотри, вот эти вот вообще прям плохо добываются. Я сюда закинул абсолютно все киблы, которые у меня были, поэтому сейчас я даже не знаю, какие здесь добываются. Ну, потом холодос появится, я посмотрю уже точно, какие точно добываются. То есть они не абсолютно все киблы добывают. Это самое главное. Так, и что касаемо еды. А, слушай, а еда? А еда, а не это? Там как-нибудь вообще питаются? Или нужно сюда еду закинуть? Чтобы они как-то питались? А потому что, смотри, у них еда. Или это так она и есть, еда? Ну, по идее, не должно быть. Вот этих я вообще притомил сразу же, и все. Угу, с едой нужно будет что-нибудь разобраться. Переместить... Ладно, с этим потом разберемся. Посмотрим, может они и поедят. Либо их нужно оттуда вытаскивать, чтобы они с голоду не сдохли, я не знаю. Так, ладно, погнали за альфачами. Чувак на видео томил, как бы это странно не звучало, этого. Господи, как шум. Так, секунду.
Альфа-Лазавр, Идриш Тарасадур, я забыл. Он томил именно его, аргументируя то, что он типа меньше агрится на тебя. То есть его легче подойти и покормить. Допустим. Честно, я даже представить не могу, как Аллозавр может быть лучше. Ну, вообще, конечно, топовые альфачи это все-таки Рекс и Доминус. Но у них проблема, их томить нужно по-другому. Поэтому сегодня побегаем, посмотрим, каких альфачей я могу притомить. Я вообще хочу по максимуму альфачей притомить. Именно кого получится, скажем так. В целом, то есть у меня будет куча ненужных диносов, как обычно. Так, для начала, что мне нужно? Кстати, давай сделаем флажку с телепортом. И чтобы они у меня парочку штук всегда были с собой. Чтобы я, если что, мог поставить в каких-то местах, куда, если что, можно было бы телепортироваться. То есть, чтобы, ну, не обязательно туда было лететь. Ой. Ну а сейчас, да, сейчас мне нужен хороший боевой Динос, и раз этот чувак говорит, что с ними возни поменьше, то давай с ними, с них и начнем. Так, единственное что, смотрим, в какой он жопе находится. Вот, потому что я сразу же отменил, конечно, но, ну давай все равно попробуем максималку ловил себе притомить. Вон, там, погнали. Так, подплываем по волнам ветра. Ну просто он так порой летит, как будто реально по волнам. Так, стоять, твою мать. Не уж, не самое хорошее место, я бы так сказал. Но, что мне нужно на него? Мне нужен отличный корм. Отличного корма у меня нету. Мне, конечно, серебряный корм. Кстати, серебряный корм. Слушай, давай поставим где-нибудь телепорт. Воу! Любит он так улетать. Так. Давай поставим где-нибудь в зимке. Вот это вот все дело. Один из телепортов. И чтобы я сюда мог... Точно, дикие мехи. Я про вас и забыл. Погоди. Погоди. Ой, да идите вы в баню. Дебилы. Дикие мехи. Я ж когда вот лазил, смотрел диносов, какие здесь есть. Там были дикие мехи. Я еще подумал, о, блин, надо будет попробовать их разобрать. Я сейчас ищу место, куда можно поставить телепорт. И чтобы это, он это, ресурсы не перебивал. Да ёп. Это было страшно. В жопу все. Так, взял дилку с собой. Отличненько. Ты кто там? Канисдирус? Хм. Это типа не волк. Да, вот нашел здесь место, здесь от ресурсов далеко, и если что, постройки не будет мешать их спавну. Хотя не знаю, телепорт мешает как-то вот этому делу или нет. Но. Сейчас посмотрим. Для чего я хочу попробовать его разобрать. А если с него элемент останется? Вот именно что. Вот и я не знаю. Погнали, попробуем. Дикий, точно. Мех дикий. Оглушение на меха? Это, конечно, да. О, совушка. Не, он просто взорвался. Эх, жаль. Эх, жаль. А такие были надежды. Может, что-нибудь как ресурсы сдропали с него? Не, никак. Ну... Я надеялся, мало ли. Если что, да, я вот про вот это место с металлом вообще забыл, так что это кайф, что я здесь полетал и вспомнил про него. Очень много металла, нужно будет обязательно сюда прийти с добыться.
Ну, там синий красненький лучик такой, вообще прям. О, кстати, точно, я же теперь могу это вас домой отправлять. То есть я и забыл. Мне не придется возвращаться домой. Еп! Погнали на красолуч! Или не погнали. Ты что, дурной? Не смотри на меня! Так, седло. Красное. Если что... Иди ты в баню. Если что, можно будет попробовать его разобрать. Да? Ёб твою ж за ногу. Чё-то мне там все это дело не нравится. Кецалькоатль. Нет, теоретически можно, конечно... Ёб твою ж за ногу! Ёб твою ж за ногу! Чё-то мне тут вообще не нравится. В целом можно Кецалькоатль, к примеру, притомить скорпиончика, вот это вот и все, и как в старые добрые времена его притомить. Цепляешь скорпиона и томишь. Ой, мать твою, мать твою, мать твою. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пошли взад. Так, не агримся. Спасибо. Так, а что у нас здесь? Задробил. О-о-о-о-о-о! Киблы! Нифига себе! Еще и фиолетовый! Да пошел ты в жопу! Надо винтовку, короче, делать и мочить их, уродов этих. О, отогнался. Отлично, красава. Фиолетовый у нас, значит, киблы дает. Значит, надо по фиолетовым летать. Пока я нормально свои киблы не могу делать. О, вис. Ладно. Вариантов немного. Алло! Стыгет! Ну ты и скотина! Я из-за тебя топором разобрал! Ну ты и урод, а! Вот урод! Надо винтовку реально делать какую-нибудь. Мочить этих козлов. Ну ты и козел! Иди сюда, скотина! Я тебе сейчас это... Ноги-то подрихтую! Тварь. Упрыгал. Ну и урод. Так, ладно. Сам того не знаю, я подлутал себе киблы. Я думал, что делать с киблами. В итоге киблы сами ко мне пришли. У меня часто такое бывает. Вот, так что погнали до Альфача. Вообще, я пошел телепорт поставить, чтобы потом придумать, что делать с киблами. Но у меня такое часто бывает. Делаешь одно, переключаешься на другое. Самое главное, не забыть, что ты изначально делал. От чего ты в первую очередь отвлекся. У меня такое постоянно бывает. Твою мать! А, это свита его, что ли? Да ты охренел! Твою мать! Ты просто посмотри, сколько урона внес! Твою мать! Ну ты урод, а! Просто, если бы не моя броня, мне бы сейчас было бы писец. И, кстати, белый луч. Ну вы и козлы. Белый луч, блин. Так, я дал, не дал. Не дал. О, точно. Расширенный корм, это получается один как за два. По ходу дела. Потому что ему нужно было три, и я дал, как будто бы ему два кибла сразу. Кайф! Значит, мои догадки были правильные. Сейчас осталось только дождаться, пока он захочет пожрать. Не сдохнуть, а вот... Гос-дракон! Ну, гостовский это еще, это мне, это того не скоро. Ждите, пока проголодается. Ну, когда ты проголодаешься? Вообще.
Вообще безумие какое-то. Если что, у меня вот наготове вот эта вот пушка. Я ее сразу забираю. И все нафиг. Тут в целом, если я сдохну, то это не сильная проблема. Почему? Потому что у меня есть мод, который, собственно, я могу забрать ресурсы со своего сундучка валяющегося. Мне главное его притомить. Чтобы вот простые аллозавры на меня не согрелись. Уж они согрятся. И, кстати, да, реально, вот я к нему подхожу. Нет, да? Нет еще? А ты можешь подальше оттуда, сюда подойти? Пожалуйста, пожалуйста, ну подойди сюда поближе, ну поближе подойди. Подальше от дракона и поближе ко мне. Ой, оп, твою ж за ногу, да что ж ты так быстро-то пролетел ко мне? Чую, короче, жопа какая-то будет сейчас. Прям вот чую, какая-то жопа сейчас будет. Да ёп! Он гостовый просто... вот его текстура такая дебильная. Я порой теряюсь, где он, как он, что он, куда он летит. Ну, тоже вариант, конечно, но не вариант. Не, ну слушай, я удар не вывезу. Не, возможно, я один удар вывезу. Твою мать. Прям к аллозаврам прилетел. Кошара? Дикая тварь. А, это детеныш. Так что нормас. Во-во-во, беги вот за ним, короче, и подальше от моего аллозавра. И не зацепи его! Пока я фигену все еще 100%. Че ты около него тусуешься-то? Пойду, подожду. Постою у обрыва, поплачу. Немного. Не, ну один раз покормил уже хорошо. Остается еще последний кибл ему всунуть в пасть и драпнуть оттуда. Кошмар. Ну что? А вроде бы далеко отбежал. Отлетел. Нифига! Ну ты, конечно, да. О! Да по твою мать! Подождите! До сих пор же! Пойду у обрыва поплачу. Ну просто если что, отсюда есть шанс хотя бы сдриснуть. А там все. А там смерть. Кстати, я сейчас задумался. Надо было давать сначала обычный корм. Помните, я с анкилкой также тупил долго. Обычный корм, он быстрее проходит. Между первой и второй кормежкой проходит больше времени, чем между второй и третьей. И вот это как раз таки нужно было сделать все-таки этот обычный корм сначала дать, а потом уже расширенным. Расширенным я бы его как раз бы допритомил. Вообще был бы огонь. Это что у нас тут по седлам? Мегалания. Ну, в общем, короче, что-то хорошее, но больше мне интересно, что будет, если я вот это вот дело разберу. На ресурсике. О, братан, давай. Сеструля, давай, ко мне беги. Беги ко мне. Иди сюда. Да ёб твою ж за ногу. Ладно, подождем. Вау, ты посмотри, кто там впереди тусуется. А я слышал, что-то тут как будто бы два дракона. Ну да. Он верный, там дракон. Ёбстудей. Вот же ж место, а. Вот. Флейм, Прайм Флейм, Индоминус Рекс. Ну слушай, левел-то неплохой. Левел-то прям неплохой. Да ёп, до сих пор еще ждите, а? Ты, братан, можешь не к Индоминусу там идти, а? Ну как-нибудь, ну вот это вот, ну совесть-то поимей. Какие страшные звуки здесь у вас на острове. Я бы ушел, но у меня тут свои
Интересен. Prime Shock Indominus Rex. Еще Indominus, он вроде бы вызывает кого-то, да? То есть там пердит и вызывается всякие диносы вокруг. И вот это куда меня больше страшит. Потому что их сразу же куча появится вместо одного. Да все, еще ждите. Да мать твою за ногу. Ладно, пойду хоть металл добуду. Мне, если честно, везет здесь просто неимоверно. Во-первых, это огромный камень, за которым находится что-то такое, что, подходя к камню, я слышу просто какие-то неимоверные звуки, крики, хрипы и так далее. Во-вторых, вон то Додо. Гос Додо Виверн, который просто застрял в деревьях, и пока что не сломались деревья, но никуда не двигается. В-третьих, Индоминус Рекс, он туда куда-то ушли. Единственная проблема — это вот этот скорпион, и здесь какой-то вот этот кошак, или кто там, или волк, кто там бегает, вот это вот и все. И вот по ходу дела, вот, да, вот от него по ходу дела там это, вот эти крики, хрипы и так далее. А это так все еще не хочешь жрать. И если что, вот это вот слева, там должно быть там ready to food, да, то есть, eat, ready to eat. Типа готов кушать, где давление, это должно появиться. Не всегда это работает. Вот реально это не всегда работает, и это такая основная проблемка. То есть вроде бы она должна срабатывать, как он только проголодается, но я сколько раз уже, так сказать, сколько я с этим модом играю, замечаю, что это далеко не так. То есть единственное, на чем есть смысл смотреть, вот сколько у него еды. То есть, допустим, вот сейчас потратил он сотку. Через сколько он проголодается, так кто ж его знает. Сотка, две ему нужно, чтобы проголодаться, чтобы кибылы захавать. Тоже как бы дело такое непонятное. Твою мать, какие тут звуки веселые у вас. Но отошел он от края, это очень, точнее, вот оттуда это очень хорошо. Вот кто там пердел все это дело. Да 1 миллион. Ну, конечно, почему бы и нет? 1 миллион, почему бы и нет? Драконом тусуется. 3 тут дракона было, не хочешь? 2 дракона. Ага. Гост, виверный и обычный. Ну, здорово. Может, ты это, проголодаешься уже, домой пойдем. Это, или там, давай домой пойдем, дома покушаем. Не хочешь? Кошмар. Не, что-то ситуация накаляется конкретно. Дракон тусуется, вот этого и верно стал уже не застревать в деревьях. Прям ситуация очень сильно накаляется. А это все жрать не хочет. Ужасно, ужасно, ужасно очково. Вот только что не хватало, если ты грохнешься вниз, честно. Почему? Потому что я там вообще не знаю, что находится внизу. Это здесь еще хотя бы более или менее понятно. А там вообще все плохо. Может быть. А может быть. А, не, господи, смотрю на прокатону, читаю альфа. Да. Все уже. Все уже. Туплю. Подумал, что альфа прокатону. Ну, смотрю, красненький, мало ли думал. Ну давай, жрать уже захоти. Ну, ё-моё, ну будь ты нормальным послушным динозавром. Кстати, да, если что, отсюда лучше сейчас не уходить. Почему? Я могу уйти, сюда прилететь. Да, пройдет время, еда, вот это все будет хорошо. Но здесь новый Динос заспавнится. Здесь и так они кое-как поисчезали. Ну как поисчезали? Их он гостовский сажал, кто-то просто убежал и так далее. Так что хоть как-то полянку освободил немножечко. Природа сама, так сказать, освободила полянку. Если я еще отсюда сдрапну куда-нибудь, ну, они точно перезаспавнятся, и тогда уже будет жопец, полный жопец. Жрать все еще не хочет, а. И вот тут я задумался, а оглушить было не легче? Вот тут столько много... Не, хотя могло бы, наверное, быть печальные последствия, то, что урон, типа, много бы в отделку внесли и так далее. И... Да. То есть был бы шанс, что я бы не вывез на дилке все это дело. Но я реально сейчас задумался, а что было бы, если бы я бы... Это ты их вызываешь? Вот куда индоминусы исчезли. Ёпстуды. Или ты их не вызываешь, и они просто заспавнились? Ну не иди туда. Пожалуйста, не иди туда.
Ё-моё. Денегриф. Как вообще? Ну супер! Видали, он красным засветился. Как будто он на меня согрелся. Какая гадость. Да? Жопа. Ты смотри, эта тварь просто волнами идет и именно в мою сторону. Он волнами идет прямо в мою сторону. Ублюдок, мать твою. О, обматерил его, и он развернулся. Слава богу. Но! Это не отменяет того, что он около лазавра тусуется сейчас. Прайм. Шок. Гига. 370-й. Левел. Я даже представить не могу, что мне сейчас делать. Если он еще дальше уйдет, Анхил, о, Лазавр туда дальше. Я реально представить не могу. Я просто сейчас от тупости хожу и собираю траву. Ну что бы это? Хоть чем-то себя занять. Не, конечно, все равно еще проблема самая основная — это дракон. Дракон, он махом прилетит. И вот это как раз таки основная проблема. Так ты, ублюдок, ты просто гнида, мать твою за ногу, тварь тупорылая. Я просто подбегаю в его сторону, он просто бежит от меня. Надо было оглушать. Всеми правдами и неправдами надо было тебя оглушать нафиг и через силу кормить. Через сон, точнее. Ай-яй-яй-яй-яй, чтоб я еще раз вот так-то альфачей томил. Твою мать. Еще минут 10 назад так тут было безопасно. А, да нифига, вон они индоминусы. Ой, подлагало. Эйк, встанем на край, если что, сдриснем. Твою мать. Ты мог друзей не приводить сюда? Подруг. В виде дракона. Это про кота там до сих пор же живет. Смотри, просто такая везучая скотина. На него никто не агрится, ему всем насрать на него. Это грифон простой. Йоу, ты посмотри, он просто кружит здесь. Ждите, пока проголодается. В жоп все. Ну, кстати, через эту менюшку и то лучше показатель того, сколько еды. Я думал, там уже 1430, в общем, 4300. А там это... Нифига. То есть вот показывает 4300, да? А остальные цифры он не показывает. То есть там сразу было 4300 уже. Ой, кошмар какой. Я-то надеялся. А тут такая же попа. И так долго голод проходит. Благо он не агрессивный, он просто не жрет, никого не бегает. Ё-моё, если бы он еще чем-нибудь насытился. Я вообще не представляю, что бы это было бы. Я просто вспомнил про вот этот фильм, ну, надо включить, посмотреть. Точно, там информации больше. Надо посмотреть серебряные киблы, как они, это, как они наносят, ну, точнее, сколько они голода восстанавливают. Ну, в смысле, томление. Сила. Да, вроде бы так пишется. Ага. Интересно, они вообще существуют у нас на карте? Или как тогда пишется? Вот должны же быть Сильвертода. Или это с другими... Сильвер Киблы с альфачей просто... Я что-то забыл, с кого они дропаются, Сильвер Киблы. Так.
Ну вот дождемся сейчас до 4300, когда спадет ниже 4300, и попробуем его покормить. Ее. Но не тварь. Ты посмотри просто, куда она шла. Ё-моё. Просто слов нету. Сказал, проверим, да? Проверим. Проверяй. Ой-вей. Они просто еще вроде массовыми атаками глушат. И если бы было бы, я бы пришел, покормил и убежал, то да. Но что-то я сомневаюсь, что будет именно так. Твою мать. Что-то они меня все окружают и окружают. Какая гадость. Страшно, кто бы знал. Еще вот эти вот уроды мелкие тоже как бы мешаются. Как ни крути. Попробовать оглушить его. Да у меня патронов-то нету. Чтоб если что добить. Ну, в смысле, да оглушить. Ёпрсеты. Может ты это уже проголодалась? Алло, да ёп. Ой, там еще какой-то голем тусуется. Что тут вообще у вас тут страшно, как не знаю что. Ладно, подождем. А теперь план немного отчаянный. Решил, ну, во-первых, дождался, пока свалят от всех. И я телепортнулся на место. Ну, на дом, до дома. Подождем, пока она вот это все дело восстановится. Я надеюсь на то, что когда ты телепортируешься от них, Диносы стоят на месте. Я надеюсь на вот эту всю фигню. Голод тикает, но Динос все будут стоять на месте. Я очень на это рассчитываю. Посмотрим, проканает это, не проканает. А пока пойду шмотки себе починю. Может, все-таки спасут меня от какого-нибудь еще одного удара. Но это не точно. Кстати, а почему бы и нет? Давай посмотрим. Ай, я просто не то. Где у меня гриндер? И давай разберем вот это. Ну, тег, по ходу дела, там не используется при создании. Я топежек все равно томить не собираюсь. Но ресурсов дали неплохо. Спасибо. Бляха, муха, прям реально неплохо ресурсов дали. А, так, и это мне нужно. Ну, спасибо, мать твою, за ногу, чтоб тебе... А чё он стрельнул-то? Ой, вы. Благо это был сноса, а не удаление. А не разрушение. Блин. Нифига себе. Вот это я бы сейчас обосрался чуть-чуть. Если бы сломал бы гриндер. Аж заикаться начал, нифига себе. От такого-то. Экстраординарный. В общем, кого-нибудь еще притомить, если что получится. Ну что, давай посмотрим. 4, ну 42, 42, короче. 150 еды. Есть огромный шанс. То, что это проканает. Давай попробуем. Ну, во-первых, я себе починил броню. Во-вторых, взял винтовку, которая у меня была здесь уже. И сделал для нее патрончики. Чтобы, если что, кого-нибудь можно было отстрелить. Ну, мелких. Проверил, сколько вносит урона. 4000. Плюс-минус на какую-то мелочь хватит. Ну, хиляются мобы. Просто дикие. Бррр. Слов нету. Last. Remove. Location. Я надеюсь, сейчас никого нету. Если есть, ну что, ну сдохну, значит, что поделаешь. Твою мать, ты-то какого хрена? Ага, нифига они там не бегают, точнее не стоят на месте. Я и думаю, че он так отображается-то у меня вниз стал. А, типа очень низко у меня стало отображаться. А, он грохнулся.
она. Слушай, а можно было как-то в другое место грохнуться? Даже так? Ну, допустим. Да уж, можно было как-то в другое место грохнуться. Так, в жопу пошли, уроды. Я сейчас не такой уж и беззащитный. Твари, мать вашу, вроде бы не беззащитный. Ты ж, твою мать, козлы, уроды. Надо какой-нибудь меч делать. Ну, твари, я только шмотки починил все. Ни хрена себе они урона вносили. Ну и уроды. Ладно. Ну чё, пробуем? Главное, раньше времени в воду не уркнуться. Я забыл ласты. А, ну я и не знал, что тут надо будет в воду нырять. А, ну хорошо. Здесь побезопаснее. И берег, кстати, рядом. Да далеко! Так, мне точно нужно будет это все говно отстрелить. Сначала надо до дома сгонять. За ластами! О! Ты смотри! У него показывают еду. Только проблема в другом. Там куча уродов. Ой-вей. Ну ты, надеюсь, на берег-то вылезешь. А там еще синий трайб. Ну слушай, я бы не сказал, что здесь так-то уж побезопаснее. Ты ёбаный в рот. Ты посмотри. Они просто нахрен все сбили. Они просто сбили все. Чё говоришь, баранина, да? Баранина домой. Так, было немножко сложно. Сложность заключалась только в лишь в автоматическом открывании дверей. Но в целом ловушка построена. Ну посмотрим, что сейчас из этого выйдет. Смогу ли я что-либо сделать? Так получилось, что у меня вот здесь-то вышел этот, ну, то есть есть маленький выход. То есть, если что-то пойдет случайно не так, то... Не! Не! Видали, сколько урона внесли, во-первых? А во-вторых, он не оглушается. Это я и хотел проверить. Ладно, валим до дома. И будем кормить по-обычному. Блин, киблов бы, конечно, вот налутать. Вообще было бы огонь, но... Блин, не знаю. А чё вообще надо на киблы? А где они варятся? Они варятся в костре. Полетал по карте, не нашел ничего. Да стой ты, господи. Слушай, нифига. Я сейчас обычный корм дал. И также 67%. То есть, разницы между ними никакой. Получается так? А почему пишет 3 отличных корма? Опять мне база это обманывает. Ну ладно. Значит, получается, где-то около 2 баранин нужно будет, и все. Но... Ну, это сколько мне ждать, пока она... О, проголодается. Кошмар. Кошмар. Единственный плюс, то, что я сейчас вот здесь нахожусь, и типа пофигу, все. 105 000? Ты серьезно? Ёпс тудей.
А, это Альфа Трайбман. Окей. Ладно, чем? Сейчас анкилку сюда притащу, хоть металл подобываю. Ой, играй, иди в очко! Нахер тебя, ёбан... Ой. Просто сквозь текстуры полетел к чертям собачьим. Тварь. Чем понимаешь, тут вода-то, вот она. То есть она еще сквозь воду пошла. О. Чтоб ты там сдохла и задохнулась, а? О. Сказать, что это меня бесит? Это ничего не сказать. Это очень бесит. То есть эта тварина, сколько раз я сюда телепортировался, был хоть бы хны. Но только я ее начал томить, она провалилась сквозь текстуру. Щи в воде застряла. Это больше, чем бесит. Ну, если что, она тонет все сильнее и сильнее. Да что ты там сдохла под водой? Хорошо. В жопу это все. Значит, буду за кадром делать киблы. Серия уже до хрена большая стала. Значит, надо добывать киблы. Делать все вот это вот там. Чтобы киблы не искать, чтобы время не тратить. В следующий раз я буду сразу же уже томить. Через ловушку. Другого варианта я просто-напросто не вижу. Тварь, конечно, редкостная, просто ужас. И казалось бы, почему другие, вот допустим взять Альфа-Грифона, он оглушился, почему это не оглушается? То есть она рассчитана специально на то, чтобы ее можно было вот так притомить. То есть она вообще никак не оглушается. То есть другие, которых пассивкой можно оглушить, ну, точнее притомить, они также оглушаются. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, как говорится, первый блин комом. И, кстати, напишите в комментариях, а с какого фига лексидицы теперь атакуют людей? Раньше вроде бы не атаковали. Или это в моде такая фигня, что они атакуют людей? Ну, конечно, я благодаря нему очень быстрее сюда на остров прилетел. А вся толпой за мной бежала. Я почему-то не смог телепортироваться. Вся толпа за мной бежала, и Лексидис подтолкнул меня так метров на 25 вперед. Ладно, ладно, в жопу, короче, сдохни там под текстурой. Да уж. Ладно. На этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Вот такая вот неудачная серия получилась. Хотя, я думаю, так и назову. Первый блинком. Или первый фейл. Неудачное томление. Первый альфа. В общем, как вариант, вы в названии уже это видели, что все. Жопа. Хотя нет, наверное, назову первый альфа. В конце так. Фейл. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. Ну, конечно, делиться моими видео со своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока. И да. Сейчас на базе все это дело разгребаю и так далее. Смотрю. Вот дебил. Корм отлично искал. Ой, дебил. Ну, бывает.